Задачи по сайту сами себя не поделают, поэтому придется делать их мне. Ну, проснулся утром, поэтому перед работой можно еще что-нибудь покодить. Так, вот мой любимый сайтик. Ну, вообще-то это на локалке запущено. Вот так это выглядит на домене. Слушай, шрифты явно не те. Вообще, вот я набросал список задач, которые хочу с утреца пока поделать. И сейчас по пунктам буду проходить. Но что меня бесит точно, это шрифты. Исправить это достаточно легко. Сайтик у меня на Джекеле. Так, давай сначала перейдем в папочку с сайтиком. Вот он у меня, волшебный хаткей, чтобы открывать каталог с проектом. Точно я в нем? Точно. Layout default, наверное. Я помню точно, что у меня есть пару лайаутов, которые я использую, но в них код задублирован. Дай-ка я добавлю сюда зарефакторить лайауты. Потому что что-то я добавлял, то ли JS, то ли не JS, а метрику. И править это по нескольким файлам не очень приятно. Так, вот это мне нужно поправить. Откроем это мы еще в консоли. Ага, fonts. Да, вот у меня layout bin и layout default. Layout bin. И мы здесь. Можно вот так сделать, так красивее. Как здесь, так и здесь. Замечательно. Точно работает, точно работает. Проверяем то, что мы поправили. Привычка набирать git diff, она у меня очень давно. Я ее набираю это постоянно. Git key поправил. Шрифт. Так, хорошо, одну задачу сделали. У меня, значит, есть такие скриптики. Тыц, 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 тыц. Но когда смотришь этот скрипт, нету ссылки на GitHub. А на самом деле они хранятся у меня на GitHub. Следующая задача. Бубин. Где ты, зая? Вот ты, зая. Вот у меня скрипт. Я хочу, чтобы с моего сайта возможно было перейти на страницу с этим скриптом. Берем любой скрипт и посмотрим, как это сделано у нас в лайауте. По-моему, здесь я вывожу все кнопочки. Ну, давай. Ах, реф есть page name, по-моему. Посмотреть на GitHub. По-моему, достаточно. Ух ты, шрифт поменялся. Так, это не версия для разработки. Замечательно. Похоже на правду. Кнопочки, конечно, потом надо будет переработать. Но я, наверное, натяну либо Bootstrap, либо еще что-то, и кнопочки сразу будут там покрасивее. Так, коммитим и это. Ссылочка на GitHub у команд. Ссылка на GitHub у команд. Есть. У меня есть, значит, сниппеты. Вот они. У меня нет к ним комментариев. Так, давай добавим комментарии к сниппетам. И нету здесь никакого оформления. Ну чё ж, можно сделать. Посмотрим, как у меня оформление. Здесь идет row, Python. Ну, похоже на правду. Snippet.
Так, давай посмотрим. Надо добавить шуру. Или не надо добавить шуру? Давай добавим все-таки. Так, layout у меня snippet. Мне не хватает здесь HL.js, да? Надо забрать его из лайаута бинарников и добавить его на лайаут сниппета. И, по-моему, еще его нужно инициализировать. Layout snippet. Ну, похоже на правду, только мне не нравится, что стилей нету. Стили вот они. Ну, вот это сейчас надо будет рефакторить, но это будет следующим этапом. Это мы пока все затрем. Мне нужно добиться, чтобы оно хотя бы работало. Ну, похоже на правду. Поправил стили у снипе. Нет, добавил подсветку синтаксиса к сниппетам. Добавил подсветку синтаксиса к сниппетам. Есть. Закинуть сниппеты. Это мы потом. Это у нас контент. Контент мы делаем в последнюю очередь. Сначала страдаем фигней. Это тоже контент. Кросслинки у скриптов. Хорошо. У меня есть вот мои скриптики. Некоторые из них могут ссылаться на другие скрипты, которые я использую. Хотелось бы ссылку между ними получить, чтобы при просмотре этого раздела можно было сразу глянуть, что на другой скрипт, который у меня здесь есть. Write to Basecamp. Ну вот, к примеру, вот этот. Похоже на правду? Нет, нет, нет. Ну, наверное, Zen 2 Wrapper и Write to Basecamp. Эти два скрипта можно добавить к ссылкам. Давай пометочки оставим, где мы это нашли. Write to Basecamp. Ой. И нам нужно добавить доку к Zen dmenu 2 wrapper. Точно? Zen 2 wrapper. Zen 2 wrapper. Так. Перейдем в папочку с моими скриптами и проверим, что я точно их закоммитил. Точнее, забрал последние изменения. Да, у меня самый свежий реп. Открыли этот wrapper. Добавляем UFM. Поправляем сюда title. Отправили. Давай в Basecamp. Добавим теперь ссылки. У меня раздел называется Refs. Здесь меня интересует Zen 2 Wrapper. Здесь меня интересует Puffy. Dmenu Wrapper. И, наверное, все. Ну вот они, у меня команды, которые я здесь использую. Puffy Targets, Zen 2 Wrapper, Dmenu Wrapper. Я их хочу на них иметь ссылочки на своем сайтике.
Right to base camp. My target. Цен 2 в рэпер, доминю в рэпер есть. В какой-то момент мне надоело придумывать название командам, и поэтому Пафи не имеет никакого смысла, но просто есть такая команда. Base camp, latest target. Есть. Добавляем сюда. Right to base camp. Right to base camp. Похоже на правду. Что еще можно сюда добавить? Наверное, ничего. Давай-ка посмотрим. Нет, у меня не работает. У меня есть... Точнее, в основном браузере у меня есть прекрасный хоткей. Сейчас мы его установим. Как без него работать, я не представляю. Он бывает нужен очень редко, но когда он нужен... Параметры. Left and Z. Хорошо. Проверяем. Зажимая кнопку Z, можно выделять ссылочки, которые требуется открыть. И он их открывает в новых вкладках. Можно ссылки на маны еще добавлять. Я думаю, это справится каждый сам. Здесь ничего интересного. Тоже ничего интересного. И здесь, по-моему, ничего интересного. Это не пойми что. Здесь нету ссылок. Не пойми что, не пойми что. Здесь ссылок нету. Тоже. И здесь нету. Entry workspace есть. Давай его тоже поправим. i3 workspace. Добавим в i3 workspace немножко доки. Поменять рабочий стол в оконном менеджере из консоли. В i3 VM. Не во всех оконных менеджерах. Так, i3 добавили. Docker inspect. Docker IP. Docker. Docker IP. Добавим сюда теги. Докер добавили. Смотрим дальше. Скрипт YS открываем. Теги у нас в данном случае, точнее не теги, а ссылки у нас будут на скрипт для браузера. Rail SSH Chromium. Это Chrome с поддержкой прокси. Иногда бывает нужно. Не все в России доступно. Поэтому он у меня до сих пор есть. Текс... Нет, меня интересуют не теги, а ссылки. Refs, K9 и i3 workspace. Смотрим K9. Это убить все, точнее не убить по названию. Мне лень набирать kill минус kill, поэтому K9 просто удобнее. Есть здесь ничего интересного, ничего интересного, ничего интересного.
Когда-то я тоже пытался загружать видео на ютубчик, но делал это через вот эту команду. Ну, пусть останется для истории. А, Руби. Боже мой, как непонятно. Но здесь ничего интересного. Точнее, интересное есть, но мне лень его править. Наверное, я им не пользуюсь. Пока тоже не вижу. Ну ладно, я думаю. Расцветка пропала. Так. Нет расцветки для файла. Наверное, формат файла нужно не Node писать, а JavaScript. Хорошо. Добавим все это в Git. Добавил ссылок между командами. Доку, где Zen 2 в раппер я добавил. Точно добавил? Zen 2 в раппер. Смотрим. Да. Теперь, если я запущу из папки проекта Rebin, у меня должны эти ссылочки добавиться. Нет, они не добавятся, потому что я сделал что-то не так. Rel SSH Chromium Title Refs. Багу фикусу. Правочки есть, смотрим. Добавил ссылки между командами. Write to Basecamp. Откроем наш layout с бинарниками и поправим в нем сейчас ссылочки на другие скрипты. Так, HTML. Мне лень писать. Нас интересует PageRefs. Мы это кладем сюда. Значит, мы это пишем. А. Дата-тег меня пока не интересует. Точно ref. Точно ref. И ссылочка bin ref html. Зайка, почему ты не хочешь обновляться? Write to Basecamp. Ссылочки есть. Page ref. Давай подебажим. Теги у меня вводятся? Выводятся. Хорошо. А вот так. Слушай, зайка, мне не нравится, что ты себя так ведешь. H1. Ага. Может быть, у меня отвалился. Нет, он у меня работает. Я думал, что Джекил упал. Но Джекил работает.
Смотрю на localhost, хорошо. Это работает. Чудеса. Page. Это работает. Refs. Тоже работает. Ага. Ахреб. Где-то я ошибся. Вот он, я ошибся. Для ссылок, возможно, как-то описание бы еще добавить. Не, это мы сделаем потом. Это мы сохраним. Так, на ссылочке. Пафи нету. Zen 2 Wrapper есть. Меню Wrapper тоже нету. Пафи. Забавный комментарий. Чтение и запись Basecamp. Sorry for my Ruby. В Пафи добавил. И мне еще нужен D-Menu Wrapper. Это у меня оберточка для моего D-Menu. Чтобы у него цвет был. Чтобы высота была. Добавляем сюда title. Так, все хорошо. Текст. D-Menu. Меня здесь что-то интересует. Так, сюда можно добавить тег Basecamp. Проверяем, что оно точно ок. Слушай, все хорошо. Я надеюсь, они API не поменяли. А может быть, это старый уже Basecamp, не третий. Фиг его знает. Надо почитать. Git commit. Закоммитим. Немного данных. Так, добавим кросс ссылки на мои скрипты. Этим кросс ссылкам не хватает описания, но это я, наверное, буду делать следующую итерацию. Добавить описание кросс ссылкам у бинарников. Кросслинки есть. Запушим. Так, давай посмотрим, что еще можно описать. Ну ладно, это последняя очередь. Отображение на мобиле. Так, скрипты нормально. А вот это ненормально. Давай посмотрим, как это у меня выглядит. Layout default. Нет, layout post.
шрифт мне не нравится. Читается он как-то тяжеловато. Что такое ем в CSS? Надо почитать. CSS ем. Мне кажется, это как-то связано с размерами экрана. Хочу ли я увеличивать на всем сайте шрифт? Ну, потому что моего зрения хватает с трудом. Мерч произошел. Поправил раз. Видео не рвут страницу. Ну, как минимум, видосики поправил. Ладно, до шрифтов дойдем, когда, возможно, Bootstrap буду править. Добавлять на сайтик. Что у нас дальше? Так, мы это все закрываем. Открываем план. Отображение на мобиле. То, что меня бесило, я поправил. Возможно, сайт надо будет сделать пошире. Хочу ли? Да, давай сделаем пошире. Что ж там? Layout, default. Ну, хотя бы попробуем. Screen. По-моему, здесь сайт. Max width 900. Font size. По-моему, я его не задаю. Font size 16 пикселей. CSS responsive font size. Давай посмотрим, как это делают нормальные ребята. Div example. Даже вот так вот, да? Они добавляют media query. Хорошо, давай попробуем. Это можно и так убрать. Уменьшим экран. Не особо уменьшается. Надо открыть страницу, во-первых, с текстом. Давай на ней тестить, как оно работает. Что меня интересует? Body, font size. Давай там 18 пикселей. Так можно? Почему ты, зараза, не хочешь меняться? Ты что, не человек, что ли? Ну, слушай, оно меняется. Слушай, она действительно меняется?
900 пикселей. Давай зададим дефолтный размер. Похоже на правду. Похоже на правду. Похоже на правду. Давай-ка размер экрана уменьшим. На разных проверим. Слушай, по-моему, все нормально. Да, действительно, все нормально. Вот, собственно, и все. И нафиг нужен ваш этот Bootstrap. Код, конечно, не влезает. Но с чего он должен влезать на телефоне? Хочешь смотреть код для компьютера, смотри на компе. Кнопочка выглядит как-то она подозрительно. Давай посмотрим на нее. И ссылочка выглядит подозрительно. Так. Ссылка на КХ не должна попадать на форум. Ой, можно целиком этот блок просто скрыть. Ладно, меня устраивает то, что оно уже хотя бы читаемо. Блин, конечно, разрывает. Но с этим я потом разберусь. Хотя бы теперь глаза не ломаются. Git test, git diff. Размер шрифта и сайта побольше. Отображение меня теперь устраивает. Ссылка не должна попадать на форум. Хорошо, давай. Layout bin. Здесь ли это у меня? Да. Нажимаем наш магический hotkey. Есть. Класс NoForm можно отсюда убрать. И это тоже можно убрать. Ссылка на GH не попадает на форум. Теперь. Закоммитили, запушили. Комментарий к сниппетам. Хочу ли я комментарий к сниппетам? Да, я хочу комментарий к сниппетам. И размер шрифта меня не устраивает кнопочки.
Даже сама кнопочка меня тоже не устраивает. Найти зеленую кнопочку. Есть одна, значит, красивая зеленая кнопка, которая мне нравится очень сильно. Я ее видел даже в офлайн дизайне. И надо бы мне найти ее CSS, потому что она прям эпична. Найти зеленую кнопочку. Так, это добавили. Это будет следующая итерация. А пока мы добавим комментарии к сниппетам. Парам-пам-пам-парам-пам-пам. If page comments добавь true. Это у меня, вероятнее всего, в конфиге. Type projects value comments true. Угу. S. Да, это у меня сниппеты. Layout default. S1. Нет, это, здесь layout snippet. Snippet. И комментарии здесь мы включаем. Так, мне нужно его перезапустить. Джеки у изменения конфига просто так не понимает. Угу. Так, давай поменяем, пожалуй, пути до сниппетов. Включил комменты для сниппетов. Смотрим, как у меня пасты именуются. Stream. Нет, по категории. Проекты. Project. Bin. А это у меня, соответственно, будет сниппет. Короткая путь. Он, конечно, красивый, но мне кажется, будет неудобно. Ну, MVS снипет. Нам нужно поправить конфиг. Снипет. Нам нужно поправить конфиг здесь. И нам, наверное, нужно поправить в индексе. Нет, в индексе нам править не надо. Нужно перезапустить наш Jekyll. Зая. Да, ты потерялся. И один можно переименовать в bash prompt. Move 1. Сервер PS string MD. Возвращаемся назад. Проверяем. Snippet сервер PS string. Наверное, нужно добавить embedding. Добавить хост. Нет, давай добавим сначала категорию. Разделы. Создать. Нет, не тем меня интересует. Меня интересуют сниппеты. Ой, а можно в разное просто кидать? Давай пока кидать в разное. Накопится комментарии. Меня интересует пост. Пути. Это кидается в разное. Видео и стримы. Project Bin. Есть. Посмотрим, как она создается. Git статус. Div. Перенес сниппеты в новое место. Запушим, ждем, как прольется, и проверяем на форуме.
проверить. Комменты к сниппетам. Интро к командам. Закрыть вкладки справа. Открываем наш сайт. Отзумливаем. Нормальный bash prompt обновилась. Загрузка обсуждения. И смотрим, куда это ушло. Заодно мы можем проверить какую-нибудь новую страницу, что на форуме оно работает все нормально. Так как я добавил еще один код встраивания. Один код встраивания у меня кидает на... Создает темы в одном разделе, а другой в другом. Причем для одного ограничения по регулярным выражениям есть. Нужно удостовериться, что они нормально никак не конфликтуют. Раз, два. Нормальный bash prompt. Бубуйка, в каком разделе ты находишься? Зайка, я тебя не понял. Нормальный bash prompt. Ага, разное. Сюда. Дзен, бин. Да, все нормально. Обсуждение работает хорошо. Комменты сделали. Проверить комменты к сниппетам. Интро к командам. Ну вот есть у меня, значит, список моих команд, скриптов. Он как бы выводится, но его удобнее забрать с GitHub'а. Индекс HTML. Вместе разом с GitHub. GitHub.com бубуйка бубин. Ахреф. Вообще бы неплохо бы оберточку для GitHub ссылок, потому что вдруг мне захочется поменять формат. Все нормально. Забрать все вместе с разом с GitHub. Можно еще добавить, наверное, pre-код. Git clone. Git cvs. Нет. GitHub.com бубуйка бубин git. Сюда тоже можно, наверное, добавить Hell.js. Хочу ли я его сюда добавлять? Не особо. Так, стиль для блока кода в CSS. Застилить интро. Добавил интро. Так, небольшой рефакторинг. Layout bin. Layout default. Screen CSS. У меня, значит, есть стиль the Hell.js. Давай мы его копируем.
Сюда мы его копируем. Он у меня будет по всему сайту. Потому что, как видно, я его использую всюду. Давай-ка мы это все как-то поправим. Добавим сейчас шаблон, не шаблон, а include для подключения перед закрытием body. After body. HTML. Туда мы разместим наш HL.js. Ну это все, конечно, грязно. Ну что ж поделать, такова жизнь. Include after body. Туда же мы можем воткнуть метрику. Layout bin. After body. Сюда же мы можем воткнуть HL.js. Давай проверим, где у нас еще есть body. Layout bin он есть, layout default он есть. И все. Давай добавим after head. Я знаю, всякие есть веб-паки. Но мне пока лень. В after head мы добавим вот эту фигню. И подключим сюда. Взяли все стили, взяли все скрипты. Принесли их в единое место. Стили есть, скрипты есть. Хорошо. В layout default смотрим, что у меня находится. Все нормально находится. Это удаляем, удаляем. И это удаляем. В итоге у нас остается только title и after head. Ну, мне хватит. Что у нас after head? Все норм. Давай посмотрим layout bin, потому что я помню, что у нас был здесь вот этот JS. Мы его тоже как-нибудь целенаправленно уберем в head. Хотим ли мы его в head? Так, ладно, это потом. After body. Prehead. Не, все нормально. Меня пока устроит, что у нас лайаутов всего два. Правда, второй лайаут у меня нужен только ради того, чтобы переопределить тайтл. С этим надо будет что-то подумать. Попытаться избавиться. Пытаться избавиться от bin лайаута. Есть. Скрипты и стили убрал отдельный файл.
Стили для блока кода в CSS есть. Застилить интро. Есть. Нет. Мне он не нравится. Давай посмотрим наш index.html. Что у нас здесь есть? Проект код. Наверное, нужен какой-то формат. Language bash. Language bash. Вот так тебе будет ок? Есть. Поправил синтаксис. Попытался сохранить как в Vim'е в консоли. Не получилось. Странно, почему? Так. У нас была поломана версточка у TaskLists. Давай мы его найдем и поправим. JS, наверное. Да, JS. Соответственно, это у нас справится в wrap-in. Detect length. Ну, если это у нас нода, значит, это у нас JS. Wrap-in. Проверяем. Мне что-то не нравится. Угу. Да, мне это не нравится. Поправил стиль, поправил определение. Синтаксиса для JS файлов. Ну, конечно, можно читать. Насколько JS можно читать? Интересно, у нас здесь monospace? Что-то мне как не нравится такой monospace. И Иосифка, давай посмотрим. Я не помню, это платный шрифт или нет. Иосифка веб-фонт. Иосифка веб-фонт. Куда смотрим? Sample image font src. Это не то. Utility. Это тоже не то. You will find the test as well as both web fonts and web font CSS in the dist directory. А лицензия какая? Seal open font license. Private use, commercial use, modification distribution. Без гарантий, без ответственности. Окей, сойдет. Есть ли у нас здесь где-то релизы? Не вижу релизов. Я путаюсь в этих ваших
Webfonts. Хочу ли я Карли? Какой мне Иосифку заюзать? Иосифка, Иосифка. Так. Хорошо, предположим, я хочу Карли. Веб-фонд. Fixed. Yes, TTF. Краслаб. Что значит fixed? By default. Carly. Нет. Carly с отсечками. Веб-фонт. Окей, выбрал шрифт. А чё так много? Зайка, ты весишь очень дофига. Ох, Иосифка. Давай, move в фонд Иосифка. Unzip. Распаковываем эту фигню. Давай посмотрим GTST. Move downloads. Точнее, создаем папочку. Иосифка. Копируем все из папочки downloads Иосифка в папочку Иосифка. Удаляем из этой папочки архив. After head мы добавляем наш стиль. Иосифка. Так, Иосифка. Где он у нас? Зая. Вот он. Курлеслаб. Иосифка. Блин. Иосифка. Курлеслаб. CSS. Давай откроем какой-нибудь скрипт. Какой-нибудь посложнее. Пафик, к примеру. Он у меня плохо написан. На моем плохом Руби. Посмотрим. Curlyslab web. HLJS. Какой у нас шрифт используется и почему он используется? Он используется, потому что глобально вот так вот. Это у нас PT Sans. Screen. Поменяем его. Иосифку выше. Pre и код мы меняем на
Иосиф Кослаб веб. Но мне не нравится то, что прыгает. Барри. Но хотя бы оно моноширинная. И про, и код. А ты можешь не прыгать? Ну, это прям не очень красиво. Вообще жесткач. HLGS, наверное? Нет, здесь никого нету шрифта. Font Family. Footer Font Size. Ну да, Рэмидж. В 3 утра встал, чё бы не покодить. У меня шрифты не слушаются. Я не понимаю, почему. Играю в этих ваших фронтенщиков. А мне собаку не пора гулять? 6:40. Нет, не пора. Ну сейчас ребенка надо будет будить. Тоска. А если я уберу Иосифку, как ты будешь себя вести? Тогда ты не прыгаешь. А если так? Font of format, font weight, font stretch normal, font display swap. Что значит font display? Да. Давай попробуем все это дело убрать. Понятно. Какое начертание ты здесь мне используешь, зайка? Парам-парам-парам-парам. Regular. А потом bold. Зачем ты мне делаешь регулар, а потом болд? Хорошо, зайка.
HL.js фонд. Про код. Вот так ты хочешь сказать? Какая жесть. HighlightJS. Давай читать доку. Может быть, он что-то пишет про шрифты. А, потому что я не понимаю. Что за фигня происходит? Вот он дефолтный, вот он его раскрасил. Потом идет подгрузка. А давай попробуем медленно интернет включить. Slow disable cache. Смотрим, что происходит. Грузит, 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 грузит. Exit the tool, click. А, давай посмотрим computed. Вот с этой не люблю верстку. Monospace. Блин, целый метр. Короче, к черту, не будет у меня красивых шрифтов. Row. Google Font. Пассивка. Нет. Категории. Выбираем Monospace. Все остальное убираем. PT Mono. PT Sans Narrow. А где у меня тогда Git ST? Удаляем осевку. Не взлетело. Латин кириллик.
Не, я не хочу скачивать. А можно как-нибудь с Alex Style? А также меня интересует PT Narrow. PT Sans. Нет, не Monospace. PT Sans Narrow. Вот этот. Select. Regular. PT Mono, PT Sans. Ссылкой. Монопатесанс. Есть. Посмотрим, как он себя ведет. Pre код. Font family. Patemono monospace. Ну, конечно, это тоже такое себе, мягко говоря. Body. Он ужасен. Нет, мне это тоже не устраивает. Прокод. Font family. Monospace. Идите к черту. Будет так. Пока. И трафик не тратится. И читаем. Моноширинный текст. Шрифт для кода. Боже, столько времени убил. И на что? На то, чтобы поиграть со шрифтами. Запишем. Не играть со шрифтами. Интро-командам есть. Зарефакторить лайауты. Ну, сойдет. Документация к dot files. Пока нифига. Нет. Расцветки. Расцветку поправил. Добавить видосики в посты. Описать еще десяток скриптов. Нет. Добавить описание. Не усилил. Важные выводы. Не играть со шрифтами. Найти зеленую кнопочку, попытаться избавиться от bin layout. Окей. Какое сегодня число у нас? У нас сегодня 29 апреля. Сделаем пост 04.29. Стрим.
Да. Стрим. Утренний кодинг любимого сайтика. Пост стрим. Смотрим. Это у нас Джекил. Это у нас не Ларавль. Это Бубыка. Это у нас немного команд. Так, давай-ка, где у нас стрим? Видосик вот этот, по-моему. Давай посмотрим, что у нас получилось. А стрим идет. Боже, у тебя отрезало пол лица. Ну, по-моему, это только на видосике. Разобраться с мордой. Нет, с пропорциями видео. Пропорции 16 на 9. Оно выглядит не очень. Сделал видео. Нас интересуют проекты Бобуйка.орг. Да. Добавим новый проект. Сайт Бобуйка.орг. И сюда внесем наш бэклог. Backlog. Документирование .dot files. Добавить удачки в посты. Писать. На это само свой. Закинуть сниппеты. Это я добавлю. Но это разовая фигня. Добавить удачки в посты. Понятно. Найти зеленую кнопочку, попытаться избавиться от bin layout, разобраться в пропорции видео, проверить на style в страницах. Это у меня задача, которую я буду делать потом. Хорошо. У меня есть еще вообще-то пару видосиков по Майнкрафту. Давай их тоже добавим. Пара страниц. Стрим. Описание добавил. Теперь будет хорошо на ютубчик. Но у меня на ютубчике есть еще видосики. Где мой любимый канальчик? Сейчас я на него ссылочку возьму. Добавим проектик Sky Factory 4. Да. Тайтл прохождение Sky Factory 4.
У меня есть еще идея, то что по проектам надо выводить посты, которые к этому проекту относятся. У проекта выводить посты, которые к нему относятся. Где у меня плейлисты? Так, я могу смотреть здесь вообще-то. Плейлисты Sky Factory. Не, зайка. Одно видео из трех. Раз, два, три. А 25-е. 25-е. И 27-е. Создаем пост с 2021. 25-е с... Блин. Я не знаю, как в Виме при открытии такого пути менять... Путь по-нормальному. Категория стрим, текст, Sky Factor, фо, видео. Это у меня. Где у меня здесь видео? Вот это раз. И вот это два. И у меня еще 27 числа. То же самое было. Сегодня уже 29-е. Боже мой, скоро майские. День первый. День второй. Ачивки за день были добиты на первом экране. Еще чего, конечно, в Sky Factory очень много. Играть это можно очень долго. Это мы продолжим. Не, слушай, я могу ширину, высоту экрана все-таки уже сделать больше. Страницы по записям. Пост, наверное. Высота. Давай, 900 относится... 900 относится 1920, точнее 16 на 9. 9 как 504. Вот так вот хорошо. Стили для видео. Что еще мы можем сделать по сайту? Давайте подумаем. Сейчас, правда, будильник прозвонит.
Звонит он у меня громко. Позаношу в проект Bluebeam HTML. Нет, это не тот. Проект у меня называется Bubuy.org. Добавить ссылку на форум явно в шапку. Добавить логотип. Добавить жирный футер. Жирный футер это со всеми ссылками на все соцсети. Добавить ссылку, ссылки на телеграм каналы. Добавить ссылку на GitHub. На GitHub и YouTube. У постов должна быть возможность ссылаться на проект. По тегам, ну такое. Поиск по сайту через Google. Раздел с аватарками. Раздел с колбами. Раздел текстовыми заметками. Ну все, наверное, мне этого хватит пока. Обновил бэклог. Давай посмотрим, как наша красота работает. Утренний ком. Скрипты нормальный. Есть одна новая тема. Видео и стримы. Ну хорошо, в общем-то. Что я могу сказать? 1,5 часа полезной работы за сегодня сделано. Теперь надо прожить этот день. Ну что, до новой встречи. Подписывайтесь, ставьте лайк. И что там еще говорят? Всем пока.